Вот уже более 10 лет население России неуклонно уменьшается, и это не может не вызывать серьезную тревогу и озабоченность всех, кому дорого будущее нашего Отечества. Без преувеличения можно сказать, что демографическая ситуация в России становится уже общенациональной проблемой, и поэтому Русская Православная Церковь приняла решение провести широкий церковно-общественный форум, дабы обсудить вопросы демографического развития России с представителями светской власти, общественными деятелями, людьми науки и культуры. Одной из основополагающих причин, вызывающих сокращение численности населения, является духовное неблагополучие нации, забвение высоких нравственных ценностей и, прежде всего, утрата благословения, благоговения перед священным Божьим даром жизни. Сегодня мы уже стоим перед выбором, быть или не быть нашему Отечеству будущим. Считаю, что одной из приоритетных задач в области преодоления демографического кризиса является укрепление роли семьи. Русские социологи в качестве основной причины уменьшения рождаемости ставят экономику. Действительно, материальное благополучие – важная составляющая в вопросе демографического развития общества. Однако, если вспомнить историю, то Россия переживала и более трудные в экономическом отношении времена. Но будучи нравственно здоровыми, люди видели в семье безусловную ценность и, несмотря на трудности, имели много детей и ответственно подходили к их воспитанию. Такое соработничество государства, церкви и гражданского общества, по мнению участников Архиерейского собора, является настоятельным требованием времени. Мы можем и должны работать вместе во славу нашего горячо любимого и многострадального Отечества. Позвольте мне огласить приветствие президента Российской Федерации участникам конференции, участникам форума. И сообщить вам, что президент Российской Федерации с самого начала поддержал идею проведения форума, так как считает, что тема, вынесенная на сегодняшнее обсуждение, является очень своевременной и актуальной. Участникам церковно-общественного форума «Духовно-нравственная основа демографического развития России». Приветствую участников церковно-общественного форума «Духовно-нравственная основа демографического развития России». Тема, стоящая на повестке дня вашего представительного форума, имеет важнейшее значение для будущего России и укрепления ее национальной безопасности. Убежден, что столь широкое и заинтересованное обсуждение вопросов демографического развития страны будет содействовать созданию в обществе атмосферы уважения к традиционным духовно-нравственным ценностям, формированию эффективной государственной демографической политики, отвечающей современным социальным реалиям и историческому опыту России. Желаю форума успешной и плодотворной работы, а его участникам счастья, мира и благополучия. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.
нации как залог стабильного демографического развития российского государства предоставляется митрополиту Калужскому и Боровскому Клименту, управляющему делами Московской Патриархии. Архиерейским собором было принято специальное обращение по вопросам демографии, в котором в частности сказано, что существование России в качестве сильного, уважаемого в мире государства немыслимо без многочисленного народа. Слово для выступления «Демографическая ситуация в Российской Федерации и демографическая политика государства, современные социальные реалии и исторический опыт» предоставляется министру здравоохранения и социального развития Российской Федерации Михаилу Юрьевичу Зурабову. С 92 года в Российской Федерации регистрируется убыль, сокращение народного населения. За этот период количество россиян уменьшилось более чем на 9 миллионов. И с учетом положительного миграционного прироста, а он в основном выпадал на 92-93 года прошлого столетия, общее сокращение численности населения в Российской Федерации составило чуть более 6 миллионов человек. 850 до 900 тысяч человек, и миграционный прирост компенсирует всего лишь 8-10% той убыли населения, которая происходит в силу того, что численность умерших, смертность превышает количество родившихся. Несколько слов о ситуации с рождаемостью в Российской Федерации. 99-й год был годом, я надеюсь, абсолютного минимума. Начиная с 99-го года, в 2000-м и последующих годах наметилась положительная тенденция, связанная с ростом количества родившихся в Российской Федерации. В частности, в 2003 году по сравнению с 2002 годом количество родившихся увеличилось на 80 тысяч человек. Каковы причины этой позитивной динамики? Я считаю, что не надо себя обнадеживать, потому что эти причины кроются вполне возможно не только в том, что государство начало более активно проводить государственную демографическую политику, но, в общем, с некоторыми объективными тенденциями. О каких тенденциях идет речь? Прежде всего, это позитивное изменение в структуре населения репродуктивного возраста. Во-вторых, отчасти и в связи с тем, что несколько улучшилось материальное положение наших граждан, начали меняться репродуктивные установки населения, и в том числе возросло количество так называемых отложенных рождений, то есть рождений детей в более зрелом, чем обычно, возрасте. Безусловно, весьма позитивным фактором явилось и то, что за последние годы, с 99 по 2003 год, начало значительно возрастать количество заключенных браков. В частности, в 2003 году количество заключенных браков увеличилось на 180 тысяч по сравнению с тем уровнем, на котором он находился в 99 году. Повторю, к сожалению, количество детей, которые рождены вне брака, за последние годы увеличилось, и эта тенденция пока сохраняется. Сложно сказать о том, что мы ее или ее удалось переломить. Смертность. И в этой сфере мы имеем, я имею в виду Российская Федерация, довольно серьезные вызовы. И на сегодняшний день говорить о том, что негативные тенденции нам удалось преодолеть, было бы как минимум формулировать то, как обстоят дела сегодня в Российской Федерации, не вполне точно.
Действительно, возникший в определенный период с 95 по 99 год позитивные тенденции, связанные с сокращением смертности, не были закреплены, и за последние несколько лет смертность вновь возросла. Смертность на сегодняшний день является одним из самых высоких показателей в Европе, и количество умерших на тысячу человек составляет сейчас 16,4 человека. Это реально очень высокий показатель. К тому же за последние несколько лет, с того момента, когда эти негативные тенденции возобновились, смертность увеличилась приблизительно на 20%. Но самым трагичным в этой ситуации является и то, что у нас невероятно высокий показатель смертности лиц трудоспособного возраста. По данным за прошлый год, количество умерших в трудоспособном возрасте превысило 233 тысячи. Во-первых, средняя продолжительность жизни в Российской Федерации находится на крайне низком уровне. В среднем в России этот показатель составляет чуть более 65 лет, но если вы более внимательно зададитесь трудом рассмотреть цифры, которые характеризуют ситуацию со средней продолжительностью жизни мужчин, то этот показатель является самым низким в Европе, это 58,8 года, и средняя продолжительность женщин, жизни женщин чуть более высокая, это 72 года, но по этим показателям, если брать мировую классификацию, то Россия занимает по показателям продолжительности жизни мужчин 134 место, а по показателям средней продолжительности жизни женщин – сотое место. На сегодняшний день нет однозначного рецепта, каким образом эти тенденции можно было бы переломить. Это чрезвычайно тонкий, деликатный вопрос, и я благодарен за то, что по инициативе Его Святейшества, по инициативе президента Российской Федерации сегодня здесь проходит этот представительный форум. В 2001 году по инициативе президента была разработана концепция демографического развития в Российской Федерации на период до 2015 года, в которой были сформулированы основные направления государственной демографической политики в Российской Федерации. И в развитии этого документа было издано распоряжение правительства Российской Федерации, в которых были определены первоочередные меры по реализации концепции демографического развития России. Какие основные направления были определены в этой концепции и в комплексе первоочередных мероприятий? Прежде всего, это повышение уровня жизни и благосостояния населения. Материальное, конечно же, не предопределяет всего, и в том числе не предопределяет выбор, желание человека, чтобы у него в семье родился долгожданный ребенок. Этот фактор является довольно существенным. Те социологические опросы, которые мы проводили ранее и проводятся нами сейчас, показывают, что три основных фактора, если брать материальную сторону, являются во многом определяющим в случае, если человек задумывается над тем, необходим ему в семье ребенок или нет. Это работа, это заработная плата и это жилищные условия. Для того, чтобы иначе, по-другому, не только организовать, но и профинансировать медицинскую помощь для старшего поколения, на следующий год из федерального бюджета будет выделено более 10 миллиардов рублей для оказания помощи старшему поколению. Более 3 миллиардов рублей – это целевые средства, которые пойдут на так называемое обязательное медицинское страхование детей. Мы считаем, что одно из чрезвычайно важных направлений нашей работы – это создание условий для селективной миграции. Конечно, нам в Российской Федерации не нужен любой. Нам надо четко определиться с тем, кто для Российской Федерации является долгожданным будущим гражданином. И проводить политику по стимулированию, по заинтересовыванию к тому, чтобы
Семьи, прежде всего, семьи, относящихся к русскоязычной категории, переезжали в Российскую Федерацию, нам необходимо. Спасибо большое вам за. Евгений Леонидович Юрьев, «Деловая Россия». Большое спасибо, Ваше Святейшество, уважаемые члены Президиума, уважаемые члены форума. Тема моего выступления – социально-экономические последствия демографического кризиса в России. Итак, демографический кризис – это кризис или катастрофа? Здесь приведена таблица сводная. Сводное значение, сколько человек рождается и умирает в странах, которые разбиты на три группы. Страны с низким уровнем доходов, со средним и высоким. Наша пугающая аномалия состоит в том, что мы умудряемся рождать детей меньше, чем в странах с высоким уровнем доходов, где эта низкая рождаемость компенсируется низким уровнем смерти. При этом умираем мы так же, как больше, чем в среднее значение по странам третьего мира. Таких аналогов нет. Следующая угроза – это ухудшение возрастной структуры трудоспособного населения. Развитие экономики Российской Федерации будет проходить на фоне крайне неблагоприятной возрастной структуры трудоспособного населения. По данным Росстата, самым последним, которые были в октябре, в настоящее время 50% трудоспособного населения – это люди старше 35-40 лет. На этом графике просто показан тренд, как изменяется доля, уменьшается доля наиболее ценной, наиболее активной доли молодых трудоспособных людей в России. Так как пенсионный фонд формируется из текущих налоговых отчислений, для выполнения обязательств по выплате пенсий правительство просто будет вынуждено многократно повысить социальные налогообложения, что противоречит объективной текущей необходимости снижения налогов для развития экономики и производства. При сохранении темпов демографического кризиса неизбежно повышение налогообложения, что отрицательно скажется на экономике. Здесь такой слайд. Существенное увеличение нагрузки на бюджет. Пенсионный фонд России. Немножко Михаил Юрьевич это комментирует, но общая идея понятна, что есть расходы пенсионного фонда на пенсионное обеспечение, желтая шкала, есть доходы пенсионного фонда. Как вы видите, при текущем тренде депопуляции образуется дефицит, который накопительным итогом к 2050 году составляет 200 миллиардов долларов. Это примерно 40% текущего ВВП. Депопуляция – проблема поддержания экономически важных территорий. К сожалению, для комментария этого слайда, к сожалению, я не являюсь ни политиком, ни военным, я являюсь предпринимателем, бизнесменом. Поэтому углубляться в эту тему, геополитические риски, обороноспособность страны, я не буду, но в нашем случае экономическое пространство имеет свойство совпадать с геополитическим. Поэтому мы этот риск бегло рассмотрим. Основные природные богатства страны расположены в удаленных районах. Западная Сибирь, Восточная Сибирь и Дальний Восток в этой связи является для нас стратегически важной территорией. Плотность населения там одна из самых низких вообще в обитаемом мире. Сохранение и дальнейшее освоение стратегического запаса полезных ископаемых, которые на этой территории находятся, требует поддержания определенного уровня заселенности этих территорий. Депопуляция оголяет эти районы. И там мы не имеем постоянного, многочисленного и лояльного населения. Но плотность населения там примерно 1,5-2 человека на километр. Здесь вот график интересный. Мы пытались просто взяли статистику. Значит, территория приграничная. Там живет 102 миллиона китайцев. Ну, население России 140, да? Плотность населения 124 человека на километр. На аналогичной территории в России проживает 7,4 миллиона человек, плотность населения 1,2. Вот у нас Китай нарисован, вьетнамский шар, чего-то. Значит, и мы попытались россиянина рядом расположить. Чтобы он был заметен на этом графике, пришлось использовать сильную лупу, иначе он просто был точкой. Чтобы соотношение двух этих фигур, геометрическое, позволило понять картину. Итак, краткое резюме экономических рисков. Это катастрофическое падение трудоспособного населения, которое
ставит под вопрос достижение устойчивого и качественного экономического роста. Это ухудшающаяся возрастная структура рабочей силы. Это рост нагрузки на бюджет и рост налогообложения. Это оголение экономически важных территорий. Из мер по преодолению кризиса, очевидно, существует три способа исправить ситуацию с уменьшающейся нашей популяцией. Это миграция, это рост рождаемости, снижение смертности. Остановлюсь на миграции. За и против. Массированное привлечение мигрантов действительно может быстро закрыть демографические бреши. Мигранты выполняют низкооплачиваемую работу, освобождая человеческий капитал для квалифицированных профессий. Иммигранты могут обладать квалификацией или другими качествами, пользующимися большим спросом. Миграция против. Низкая квалификация, низкий социальный и образовательный статус нынешних мигрантов не способны качественно улучшить трудовой потенциал России. Мигранты, те, которые вот на сегодня приезжают к нам, не рассматривают Россию как свою будущую родину, не платят налоги, не регистрируются, часто вывозят из страны заработанный капитал. Это отток капитала. Наплыв мигрантов нарушает уникальный российский межэтнический баланс, что имеет увеличение вероятности межнациональных трений, легальной основы для размывания нашего геополитического пространства. Миграция в некоторых его формах, и так это во всем мире традиционно, усугубляет преступность, безработицу, рост заболеваний. Ну, там, пример какой-то, взять при всем уважение таджикскому народу. Таджикские строители хорошие. Они здорово строят, работают часто лучше русских. Поговорите с профессионалами. Таджикский наркотрафик – явление нехорошее. Экономические последствия этого трафика тоже понятны. Вывод. Миграция, иммиграция в Россию желательно, она должна быть избирательной, она должна быть адресной. Должна создаваться такая миграция, которая привлекает людей, имеющих потенцию для социально-культурной натурализации, адаптации России. Миграционная политика должна осуществляться на основе следующих простых приоритетов. Приоритет языковой и культурной принадлежности. Мы говорим об упрощенной процедуре предоставления гражданства и стимулов для бывших соотечественников. Об этом уже тоже сегодня говорилось. Welcome home, добро пожаловать домой, это лозунг, который должен быть. Приоритет квалификации, упрощенная процедура предоставления гражданства и стимулов для востребованных профессий. Приоритет активов. Богатые люди, предприимчивые люди должны въезжать с легкостью. Паспорт обменивается на инвестиции, если просто. Меры по снижению смертности. Учитывая наиболее распространенные причины смертности, приоритетными видятся следующие направления, о которых уже тоже шла речь. Профилактика наиболее смертоносных заболеваний, борьба за снижение неестественных причин смертности, ДТП погибает много людей, прямое отравление от алкоголя, мы не говорим о циррозе печени или там ухудшающемся здоровье, а просто выпил и упал через какое-то время. Это примерно 100 тысяч человек. Ужесточение мер по борьбе с алкоголизмом и наркоманией, расширение программ массовой физкультуры и спорта, пропаганда ценностей жизни, изменение фаталистических установок населения. Меры по повышению рождаемости, увеличение социальной поддержки материнства, гарантированный оплачиваемый отпуск по беременности, ипотечное кредитование, материальные компенсации за многодетность, программа охраны младенчества, детские сады, бесплатное питание и принадлежности, ужесточение борьбы с абортами. Мигранты, те, которые вот на сегодня приезжают к нам, не рассматривают Россию как свою будущую родину, не платят налоги, не регистрируются часто, вывозят из страны заработанный капитал. Это отток капитала. Наплыв мигрантов нарушает уникальный российский межэтнический баланс, что имеет увеличение вероятности межнациональных трений, легальной основы для размывания нашего геополитического пространства. Миграция в некоторых его формах, и так это во всем мире традиционно, усугубляет преступность, безработицу, рост заболеваний. Богатые люди, предприимчивые люди должны въезжать
с легкостью. Паспорт обменивается на инвестиции, если просто. Меры по снижению смертности. Учитывая наиболее распространенные причины смертности, приоритетными видятся следующие направления, о которых уже тоже шла речь. Профилактика наиболее смертоносных заболеваний, борьба за снижение неестественных причин смертности, ДТП, погибает много людей, прямое отравление от алкоголя, мы не говорим о циррозе печени или там ухудшающемся здоровье, просто выпил и упал через какое-то время, это примерно 100 тысяч человек. Ужесточение мер по борьбе с алкоголизмом и наркоманией, расширение программ массовой физкультуры и спорта, пропаганда ценности жизни, изменение фаталистических установок населения. Меры по повышению рождаемости, увеличение социальной поддержки материнства, гарантированный оплачиваемый отпуск по беременности, ипотечное кредитование, материальные компенсации за многодетность, программа охраны младенчества, детские сады, бесплатное питание и принадлежности, ужесточение борьбы с абортами –